Решено. Буду снимать фильм про нашу школу. А какой жанр? Психологическая драма с элементами БВК, триллера, комедии, ну и мелодрамы. А продолжительность? Всего 11 лет, каждый день по 7 уроков, то есть по 7 серий. А кто все это финансирует? Да государство финансирует, хотя сомнительно. А может спонсоры? Да, родители спонсируют частично. А сколько главных героев в этих 11 лет? Всего 2 главные роли – учитель и ученик. Как это 2 главные роли? Главный у нас один. И что говорить, при всей его занятости директор находит время для каждого из нас. Да, не в каждой школе директор лично встречает учеников у порога и желает им хорошего дня. Особенно хорошего дня он желает тем, кто опоздал или пришел в школу в джинсах. Он для нас Наполеон из тысячи имен. Его на свете нет в России весь. Он директор эталон, но двери в кабинет меня волнуют свечи навсегда. Он и весел, и умен, талантом одарен. Прощаемся с тобой, тут времени закон. И впереди мы все песенкой. Отбивает мой путь, и как